что такое настроение и каким оно бывает. Настроение, когда ты грустный или радостный. Грустный – это когда ты грустишь, а радостный – это когда ты веселишься. Когда я веселюсь, я играю в игрушки, играю со своими друзьями. Настроение – это человек, когда он какие-то делает, например, он грустит, либо радуется, либо злится, либо плачет. Вот, например, как если ты радуешься, то есть можно развеселить человека, когда тебе что-то покупают или дают конфеты, покупают их еще. Настроение, когда человек плачет, ему грустно, весело, он радуется. То если вы грустный или веселый, но бывает настроение сердитое. Я веселый, когда мне не покупают игрушки, дарят их. Но когда я грустный, я в дождь такой. Оно бывает разное. Оно бывает грустное, капризное. Оно бывает задумчивое, радостное. Можно дать конфетку или поделиться с игрушкой. Настроение – это когда ты ешь сладкое, и ты радуешься. Что нужно сделать, чтобы поднять настроение? Надо развеселиться. Как? Ну, с кем-то поиграть. А во что? В догонялки, в прятки, в жмурки. Можно поиграть с друзьями, можно развеселить человека чем-нибудь, можно с ним поиграть, погулять, попрыгать на скакалке, поиграть. Подарок. Чтобы с друзьями пообщаться, с родителями обняться. Можно показать веселую игрушку или развеселить. Как? Можно вот можно кого-то рассмешить, это съесть шоколадку и подниметься настроение или в цирк пойти. Можно вообще это у себя дома найти какую-нибудь маску с гномом и веселиться такой на-на-на-на. Или сделать ему сюрприз. Какой? Можно подарить ему шахматы, пазлы. Надо что-то подарить. И либо что-то сделать. А что такое можно сделать? Можно развеселить, купить игрушку и еще чего-нибудь.